Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня у меня опять новый проект. Проект «Небольшой горшочек из липы». Хочу в своем видео поблагодарить Виталия, который прорекламировал меня на Ютубе. Это мастер творческой мастерской «Пчелка», который помог мне, как говорится, стать на истинный и правильный путь, учесть свои ошибки. Также спасибо большое Григорию Ганжа, который со мной переписывался, который давал мне советы, как лучше и что сделать. И вот после небольших тренировок и изучения всех видео, и своих, и чужих, я наконец-то добился более-менее того, что называется точением. Хотя, конечно, еще не все так гладко, как хотелось бы. Поэтому вашему вниманию предоставляю этот проект. Пожалуйста, посмотрите, поставьте лайки, ставьте дизлайки. Итак, пожалуйста, смотрите, что у меня получилось из того, что я решил сделать. Да, и хочу сразу сказать, что по подсказке Виталия мастерской «Пчелка» я изготовил новый подручник. Подручник из трубки. Вот этот подручник. Сейчас я его покажу вам. Вот он. Немножко его загнул. Вот трубка. То есть то, что необходимо для работы. И, конечно, намного легче стало точить, намного удобней. А то тот подручник, который у меня был, конечно, это не дело. Тот подручник, который идет в комплекте, он мне подходит, но дело в том, что я изготовил держатель подручника немножко другой, самопроизвольный, и с тем подручником тяжело точить. Так что смотрите, оценивайте. Итак, смотрим.
Итак, друзья, я закончил работу. Вот моя работа. Это липа, которая немножко подгнила, но смотрится она очень даже красиво, хорошо. Я ее отполировал снаружи и смазал смесью, которая применяется для натирки бильярдных шаров. Внутри, как и обычно, я произвел масло воском. Этот небольшой горшочек, который я сделал, и пытался даже нанести накатку. Ну, немножко она на этом фоне смотрится плоховато. Сначала я хотел ее отделить, но потом подумал, что не стоит, так оно будет лучше. Вот такой горшочек у меня получился. Пожалуйста, смотрите, оценивайте. У кого есть желание, подписывайтесь на мой канал. После того, когда Виталий из мастерской «Пчелка» немножко меня прорекламировал, у меня сразу увеличилось количество подписчиков. Сейчас их больше 70. Поэтому прошу вас, кто желает, пожалуйста, подписывайте. Кому не нравится, можете не подписываться. Обиды на вас, конечно, никакой не будет и нет. Я не привык обижаться. Как уже говорил Виталий, я в возрасте, мне 65 лет, глубокий, как говорится, пенсионер. Я бывший офицер, полковник. Закончил службу давно, работал на гражданке. Ну, а сейчас вот занялся таким творчеством. Итак, большое спасибо за внимание. До свидания. Ставьте лайки, ставьте без лайки, без дизлайки. До скорых встреч.